Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Подписчик спрашивает, почему женщины жестоки по отношению к собственным детям? А разве по отношению к мужчинам и другим женщинам они не жестоки? Понимаете, если человек говно, то он говно по отношению ко всем, а не только по отношению к кому-то одному. Ну а ребенку больше достается от собственной матери, во-первых, потому что он ее всегда под рукой, и она может сорвать на нем злость в любой момент. А во-вторых, потому что ребенок до определенного возраста полностью находится во власти женщины, и она может издеваться над ним безнаказанно. Ну и если женщина рожала не потому, что мужчина ей нравится, а для того, чтобы женить его на себе, потом отжать имущество и поставить на алименты, то представьте, как она будет относиться к ребенку от такого мужчины.